Привет, ребята, меня зовут Костя, и с вами снова канал обзоров и самоделок. Сегодня мы рассмотрим набор фирмы Inlighten из серии «Рыцари замка». Артикул 1006, 6 плюс, 27 деталей. Маленькая баллиста. На лицевой стороне изображена сама постройка, а также человечек, который двигает данную конструкцию. На обратной стороне можно увидеть еще несколько модификаций, которые можно собрать из этого набора. Но также есть информация, что конструктор был произведен в 2016 году, апреле месяце. Давайте откроем и посмотрим, что внутри. Внутри находится вот такой пакетик с деталями. И вот такая небольшая брошюрка, на которой инструкция. Всего 6 позиций, собирается очень быстро. Больше внутри ничего нет. Давайте приступим. Набор собран, давайте рассмотрим поближе. По традиции начнем с человечка. Вот такой получился рыцарь. Принты спереди, принты на лице. С обратной стороны ничего нет. В руках у персонажа находится вот такое длинное копье. Далее, что касаемо самого героя. Руки, кисти, ноги, все двигается, ничего не отваливается. На голове располагается черный шлем с красным пером. Попробуем его снять. И вот с этим возникнут небольшие проблемы. Да. Вот так он выглядит без головного убора. Ну и непосредственно сам головной убор. Далее перейдем к нашей основной постройке. Здесь у меня есть вопросы. Во-первых, как вы помните, если смотрели предыдущие обзоры, то знаете, что я уже встречался с подобной деталью и не мог ее достать из этого элемента. Здесь же все наоборот. Она вставляется без особого труда и даже не фиксируется. В оригинале должна стоять прямо, но это не получится, потому что деталька ходит по кругу ходуном. Это вот такой недочет. Спереди установлены еще два лука, которые можно регулировать под разным углом. Также есть два вот таких защитных щита. Причем все это принты, а не наклейки. Это большой плюс. Но, на мой взгляд, посерединке нужно было что-нибудь установить. Потому что, смотрите, они тоже немного ходят ходуном. Могут сбиться. Если бы здесь поставить посерединке какую-нибудь подобную детальку, то этого бы не было. Детальки, так же как у Лего, не знаю, будет вам видно или нет, принтованы. Каждый кубик имеет свой принт, на котором написано Inlighten в сокращении. Также есть вот такие интересные колеса среднего размера. Подобных у меня еще нет, у меня есть большие, поэтому пригодятся. Крутятся они замечательно. Снизу наша баллиста выглядит вот так. Ну и попробуем, чтобы человечек тащил эту баллисту, как на картинке. Ну вот примерно как-то так идет человек. В одной руке баллиста, в другой руке копье и тащит. Неоднозначное впечатление от данного набора. Безусловно, он лучше, чем предыдущий. Здесь хоть какое-то разнообразие и оружие будет побольше. Но вот это, конечно, минус. Это минус. В целом, вот такой обзорчик. Если вам понравилось, то ставьте пальцы вверх. Если не понравилось, то тоже ставьте пальцы вверх. Я же с вами не прощаюсь. И, как обычно говорю, до скорых встреч. Стой! Хочешь знать, когда выйдет следующее видео? Тогда не забудь включить колокольчик. Если, конечно, он у тебя еще не включен.
А также подписывайся на нашу официальную группу ВКонтакте. Ссылочка в описании.